Как думать о жизни, чтобы радостно жить? Секрет сейчас рассказываю на миллион. Значит, мы с вами воспитывались в обществе, где было достойно страдать, а если кто-то радуется, то он или, значит, жулик, или он, значит, какой-то сукин сын, или он просто умопомешанный. Мы живем в культуре страдания. Поэтому, если вы хотите радостно жить, вы должны прежде всего разрешить себе радоваться. И не стесняться того, что вы радуетесь. А то вы думаете, вы обрадовались, у вас все хорошо, и кто-то подходит, как у вас настроение? И вы думаете, лучше не буду, то будет. Перестаньте себя винить за то, что вы хорошо себя чувствуете. И тогда у вас будет все время положительное подкрепление. Радость сама себя подкрепляет. Но как только включается эта речь этого страдания, все, сразу вы будете несчастны всю жизнь. Вот, поэтому просто дайте себе право быть счастливыми людьми.